Хореограф Елена Масленникова. Они родом из Тольятти. Из Тольятти Марина Антипова и Артем Кудашов. Ну что ж, друзья, всегда очень сложно открывать соревнования такого высокого ранга. Я хочу заметить, что ребята справились с элементами, что очень важно на юниорских соревнованиях, не допустив ошибок, и твизлы четвертого уровня, и поддержка четвертого уровня. О дорожке можно много говорить, но она была исполнена параллельно, достаточно музыкально. Немножко, на мой взгляд, не хватает стиля этим спортсменам. Я бы сказал, что недостаточно они в компонентах программы выражают себя и представляют задумку хореографа. Но, тем не менее, очень прилично был исполнен венский вальс в хороших близких позициях, без видимых ошибок. Хотя, конечно же, ошибки были и в исполнении наружного моухока партнерши, и в исполнении чектау партнером. Также кросс-роллы не были достаточно ярко выражены и продемонстрированы. Но, тем не менее, ребята молодцы. Еще раз скажу, что сложно открывать соревнования такого высокого ранга. Они с этим справились. Вот мы видим их тренера Олега Судакова, которого, кстати, мы все можем поздравить с новосельем. Олег не так давно переехал в новую квартиру роскошную. Очень долго к этому стремился, сделал там ремонт. Так что это такое великое лирическое дело. Отступление. Да, лирическое отступление, пока судьи разбираются в том, что ребята накатали.
Что касается Антипова и Кудашова, то они уже в третий раз выступают в финале Гран-при для юниоров, и два предыдущих раза они заняли там 8-е место, то есть последнее из 8 участников. Но попадают стабильно. Вот я только хотел сказать, зато стабильные показатели, ребята, да, из года в год попадают вот тоже в 8 сильнейших. На каждом турнире они на одном занимают 2-е место, на другом 4-е. 2-е, 4-е, 2-е, 3 года подряд. Но я надеюсь, что, может быть, они в этом году как-то дальше поднимутся и в финале. Ну что ж, мы видим 1 балл дедакшн. Я думаю, что, скорее всего, это передержанная поддержка. Невысокие оценки. Даже по сравнению с этим сезоном. Да, они не достигают своего лучшего результата. На 9 баллов меньше. Я думаю, что как раз не хватит.